вас тоже не сделали. Динара Каримова – мать двоих детей. Ее старший ребенок в этом году пойдет в третий класс, а младшая собирается в первый. По словам Динары, 2 года назад собирать первоклассника было намного легче и дешевле. Если тетрадки, портфели, форма, ручки, спортивная форма, кроссовки – все сложить, в 30 тысяч уходит. Когда встает вопрос, куда идти за покупками для школьника, многие из родителей выбирают магазины, а некоторые по старинке идут на рынки. Но, как показывает практика, и там, и тут цены примерно одинаковые. Опросив нескольких родителей, можно определить средние цены на вещи, которые понадобятся детям в школе. Так, школьная форма для первоклассника стоит от 3 до 5,5 тысяч рублей. Школьные принадлежности – это ручки, тетрадки, пеналы и краски – примерно 3 тысячи рублей. Также учащемуся понадобится спортивная форма – это еще 3,5 тысячи рублей к общей сумме. Школьный ранец обойдется примерно в 3 тысячи рублей. Таким образом, чтобы собрать первоклассника, нужно потратить от 12 до 25 тысяч рублей. Подорожала одежда, рубашки, допустим, школьная форма. Ну и констовары тоже подорожали. Стоимость одной тройки костюма, брюки, пиджак и жилет 3,5. Мне кажется, сложно. Ну, благодаря тому, что у меня дети все-таки разного возраста, от одного остается второму. Андрей Трофимов, Максим Зуйков, эфир 24. Ганнибал. С понедельника по четверг в 23:30 на телеканале «Эфир».